Ничего себе! Ничего себе! Ничего себе! Удивительный. Смотри, Юлий, козочка, попрошайчик. Через 200 метров поверните налево. А, вот вижу, усадьба Романцева. 2 километра. Много животины. За 200 метров. Мы привезли Юлечку устраиваться на работу в зоопарк. С тигром. Говорят, у них есть вакансии. Парк. Мы приехали в экзотик парк на Калужском шоссе. За 200 рублей куча зверей. Пойдем всех посмотрим и потрогаем, да, Люня? Давайте я вам присеплю игрушку. На ручь. Два. О, красивый. Чему изапер? Юлюня, смотрите. Даже смотри. Писечек. Видишь, какой маленький? Собачка, смотри. Аф, 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 аф. Какой хороший. Елись, папочка. Да, причем для маленьких деточек. Видишь, тоже закрытый. Юлю, смотри, шоколок. Шоколок. Видишь, какой? Все, акваричек. Вот, вот, видишь, уже ушастый, да? Хороший. Вот он. Вот какой. Вот молодец какой, да? Смотри-ка. Волк, по-моему. Канадский волк, Юлиш. Козляточка. Смотри, как классно идешь. Нравится козленочек маленький, да? Вот такая лошадка. Кусючая должно быть. Ничего себе! Бою, маленькая. Хорошая. Я назову тебя золото. Мама, тебе нравится здесь? Да, а тебе? А? Очень хорошо, все чистенько, аккуратненько, приятно. Вот это красиво, это же леопард. Сейчас прыгнет. Слушай, ну-ка, хороший вольер, прям приятно. Mm-hmm. И камушки красивые. Есть какой-то ров, видимо, для крокодилов, но крокодила не видно. Да, видно коней. Ляпочка прям. Вот какой красивый, Юлюш. Смотри, смотри, какой зверек. Какой большой-большой, да? Большой верблюдик. Слушается, да? Слушается вас. Я рад вас позвать. Спасибо, спасибо. Привет. Слушай, видите, большой акула. Форчущий, да? Угу. Форчущий. А вы меня это пишете? Тебе не надо. Козлы. Видишь, эти козочки, вот они, попрошайки. Смотри, Юлий, козочка, попрошайка. Вот и ласковая. Ласковая. Он, смотри, маленький совсем козленочек. Хороший, да? Если любит, любит кушать что-нибудь вкусненькое. О, кого только здесь нет. Смотри, индюк какой-то, целый танк. Смотри-ка. Вот так индюк, да? Надутый. Сейчас ругается. Он просто как Дэвид Джонс. Только на пчела. Это, который с лицом осьминога был пират. Да, все красивые. Пойдем, Юлия.
Пойдем Леву смотреть, Илюш. Лева там загорает. Вон он где. Диск какой? Смотри-ка. Огромный кот. Большой, да, смотри, загорает. Тепло, хорошо. Лезай быстро. Поглажу козу. Можно еще козу погладить? Это овцы. Это смотри, коза. Да. Мы поехали. А как я еще погладу? Не могу идти. Вон полынчик. Держи, смотри, удивительный зверь. Удивительный зверь, дикобразик. Смотри-ка какой. Смотри, Илюш. Дружный, дружный. Классный, да? Угу. Смотри, Лапуль, такого никогда не видели с тобой, да? Ты удивительный, да, какой красивый? Типа прошайка. Кто свой-то? Прошайка, такие ушки там. Очень красивый, да? Да, я понял, Павлин проснулся. Видите, как умеет хорошо с плодиком стоять. Кто там? Лемур. Угу. Кошачий. Хорошенький. Видишь, какой лапушка. Такой добрый, интересный. Видишь его? Это лямур. Это есть лямур. Это вот лямур. Ух ты! Это товарищ. Кто такой? Не знаю, сейчас. Какой-то бурундук, какой-то огромный бурундук. Суслик. Суслик, да? Клюнь, иди-ка. Какой большой, да? Ничего себе суслик. Больше кошки. Поворочь, попрошайка. Пойдем, суслик. Хороший. Пойдем, суслик. Пойдем в диванчик. Ну, прошен. Смотри, смотри. Здесь какой? Здесь какой друг? Друг суслик, да? Лапа, лапа, смотри, у него пальчики. Друзёчек. Смотри, смотри, он сейчас что-нибудь укусить хочет, да? Он ухо сейчас тебе твое тигриное хочет попробовать. Срот, срот, срот. Я тут можно было подумать, что сурок, да? Какой здоровый. Сурок. Я сказал суслик. Ну они все какие-то похожи. Суслик. Ага, сурочек, но большой. Самый крупный 15 видов сурков. До 60 сантиметров. В контактном зоопарке я служил. И мой сурок со мной. А ты делай, они аккомпанируют. Вот посмотри, в ямке лежит маленький лисеночек. И вон еще лисенки маленькие. Илюнька, лисичку видишь? Какие хорошие. Хороший, да, играет? Угу. Люди, не жарко тебе? Давай снимем. Вот тебя зашли там? Да, были, спасибо. Ага. Тоже заказы тоже есть. Спасибо. Угу. Посмотрим. Чуточки-мандариночки, только их, наверное, не будет видно. Красивый, красивый, да? Хорошенький. Кто это, александрийский или венесуэльский? Не знаю. Красивый. Я еще все в кассу бросила. Ой, хорошие, ничего себе. Илюш, смотри, удивительные. Пёсленькие, да? Аккуратно вокруг тебя, не бойся, не бойся. Он не будет кусаться. Пошли.
кофточки делают тепленькие. Пушистые, мохнатые. Ах, какая хорошая. Ах, какая хорошая лама. Да, молодец лама, да? Классные, да, качельки? Только ноги, смотри, поднимают, то есть они низкие. Самые-самые крутые. Смотри, Илюс, насуха, это крутой зверь. Надо, давай аккуратно, чтобы он не укусил. Видишь, может, лапку возьму? Все, вот, насуха. Украл. Вот, хорошие, да, зверетки нарисовали. Смотри, как он. Интересно? Смотри, Илюс. Илюс, смотри, какая курочка красивая. Смотри, журавлик переценосный. Смотри, одуван. Очень красивый, ты мой хороший. Он, кстати, может клеваться. Аккуратно, ребятки. Даже лапушкой трогает, да? Угу. Постарается, да. Такая игрушка у меня красивая. Поэтому ее тут там и поставят. Капибара ее не достанет. Вот какой красивый. Насуха. Ничего себе. Слушай, он рукой далеко достает. Смотри. Ну, как диморка. Такая, все схватить. Моя. Она уже на них, кстати, это обукала. Да и понравились. Ему здесь нравится. Спросите. Они к тебе идут аккуратно. Да. Пойдем посмотрим, да? Смотри, какие окей. Смотри, какая хорошая лягушечка, да? Очень смешная. Глазочки у нее болят. Смотри, простыла. Просто глазочки красные. Собака, это заболеет. Все болеют. Сейчас доктор всем вон лекарство дает. Видишь, какой волк лечит. Это можно так, с 7 до 25 без выходных. Анютка, тебе понравилось в парке? Да, очень. Насуху, енота, пуму, севрала. Кто это? Кто там был? Или сервал, или севрал. Это кто был? Севрал? Да. Это сервал был. Доченька. Доченька, а тебе понравился в парке, Илюш? Понравилось монетика хотя бы? Парики хорошие, серьёзки были. А дикобразик? Да, Илюнечка? Будешь тигром работать? Цветоядным. Цветоядным.